Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами играть в Clash of Clans, проходить гоблинов. Благо, все у меня теперь есть, и нефти у меня очень мало. Теперь можно спокойно играть и побеждать. Но у меня что-то есть опасения маленькие. Я тут посмотрел ролики, на других кланов. Ой, не кланов, других игроков в интернете. На YouTube, естественно. И просто мне тут мои товарищи... Точнее, карты я себе не спойлерил. Карты я не смотрел. То есть я не знаю, что, как там вообще. Но вот именно мнение того, что вот с этой столицы гоблинов начинается полная жесть. И поэтому, не знаю, будет ли у нас получаться на 3 звезды. Но давайте я, наверное, не буду как бы заострять на этом внимание. Получится 2 звезды, значит 2 звезды. Проходим дальше. Просто потом в дальнейшем буду перепроходить, чтобы просто не оставаться на том месте. Так, ну и что, у нас все тут сварилось. Так, вроде да, все есть. Так, все сварим. Все, понеслась тогда. Плюс у меня, видите, 6 часов пока есть, считай, я хочу за это время попробовать пройти какое-то количество, потом надо бонус идти зарабатывать. Это бонус-то, нифига себе бонус какой. Бонус нормальный. Так, ладно, давайте, столица гоблинов. Так, что тут у нас? Да, нормально так. Значит, 4 орла, 6 инферн, 2 на одиночной стоят, то есть, нет, 4 стоят на одиночном режиме, 2 на мульти. И раз, два, три, четыре арбалета последнего уровня. Блин, ну это круто. И плюс еще какая-то хрень вон, у них там, у гоблинов, да, находится. Типа, не знаю, какой-то домик. Что за домик, не знаю. Так, ну, откуда пойти-то? Даже, ну, давайте, наверное, с этой стороны пойдем, где 4. И как раз потом туда дальше. Так, сейчас посмотрим, ловушки есть? Есть. Тут нету. Одна. Нормально, ловушки не такие серьезные прям. Ну все, можно начинать, я думаю. Так, только надо начать как-то так, чтобы... вот эти... Они сейчас начнут сразу таран бить, да? Нам, в принципе, таран-то не нужен, по сути. Ладно, тогда... Так, тогда вот так сделаем. Сейчас заморозку кинем прямо посередине. И нормально, должно, наверное, захватить хотя бы 3 вот эти. Так, вот так вот. Так. Нет, пока нормально. Пока нормально идем. Ну да, то что арбалеты стоят. Блин, нифига себе, как они мощные нормально. Блин, ну, короче говоря, как обычно, я использовал, не использовал все, что можно было использовать. И, конечно, я забыл то, что у меня есть еще и королева, потому что все время играл без королевы. В итоге мы с вами прошли без каких-либо проблем. То есть я думал, что-то вылезет там из этого, из домика, которого не было никогда, но в итоге ничего не вылезло. Так, королева у нас, короче говоря, пока устанавливается. Это у нас строится, и когда... Блин, так, что там у нас? Блин, 5, да, надо убрать. Так, убрать, убираем. Так, здесь все есть. Так, ставим опять. Так, все, и тогда, когда у нас опять сварится, естественно, продолжим играть. Так, продолжаем с вами проходить деревню гоблинов. Карту гоблинов. Хотел вам кое-что сказать еще. Думаю, сейчас что-то новое появилось в этом, как его, волшебном предмете. Оказывается, это не новое, просто они дизайн изменили. То есть, можно, я думал, что-то новое появилось, а это просто они поменяли дизайн, теперь так выглядит. Ну, тоже, в принципе, понятно. Так, ладно, давайте начнем с вами. Так, у нас сейчас столицу гоблинов мы прошли, теперь у нас из двух зол и арена. Ни ту я не смотрел, опять же говорю, я не смотрю там, какие карты идут, чтобы себе впечатление не портить. Поэтому давайте, наверное, пойдем вот из двух зол сначала. Так, ну что здесь у нас? Здесь у нас, 4 орла, 4 воздушные обороны, 4 пуколки, все стоят в одну сторону, это хорошо. Так, потом у нас тут нету здесь арбалетов. Есть у нас еще 4 инферно, 2 на одиночной версии и 2 на мульти. Так, ну, давайте начнем с этой стороны, где у нас одиночная. Так, ну, давайте ловушки проверим. Вот это я хорошо сейчас, это я хорошо. Здесь нету, да, ловушек? А тут? Тут есть. И тут, да, есть, хорошо. Так, ну все, ну давайте тут проверим на всякий случай. Ох ты, блин, вот это вот круто, я понимаю. Вот это было неожиданно. Так, ну, мы начнем вот так вот. Ну, в принципе, без каких-либо проблем прошли эту карту.
Да, здесь, конечно, было немного страшно, но все-таки мы прошли ее. Так, 7500 нефти, это хорошо. Так, ну теперь нам надо подождать чуть-чуть, когда у нас... Я поставил на ускорение, поэтому будет все еще быстро. Я думаю, мы с вами быстро пройдем. Так, поставим еще раз. И как у нас сварится, мы, естественно, с вами продолжим. Так, ну все, у нас сварилась опять вся армия. И можно дальше начинать идти проходить гоблинов. Так, что там у нас? Да, все нормально, так. Так, мы прошли столицу гоблинов из двух зол, и сейчас у нас арена. Так, ух ты, нифига себе, вот это прикол. Так, а почему посередине? Что здесь интересно такое? Странно. Так, ну мы сейчас, естественно, туда пройдем, посмотрим, что у нас здесь. Один орел, арбалеты стоят на землю, два, то из них, четыре, да, или нет, раз, два, три, три арбалета, как-то немного непонятно. И три воздушные обороны. Давайте посмотрим, что здесь у нас, что это такое, почему здесь открыто. Ух ты, нифига себе, вот это прикол. Это КК получается? Блин, это не круто! Это совсем не круто! Так, ну и чё, нам как-то надо их уничтожить сейчас будет. Но мы пойдем, наверное, вот так вот, как обычно. Так, ловушки посмотрим, есть тут? Вот они, мои любимые ловушечки-то есть. Так, ладно, давайте тогда вот так вот. Нифига себе, вот это прикол. Вот это прикол вообще. Да, вот это было неожиданно, очень неожиданно было. Королеву забили. Блин, вот это было круто. Вот это я вообще не ожидал. Обалдеть. Да, големы, блин, жесть. Черт. Блин, я думаю, сейчас всрем уже. Ой, блин, это хорошо, это было хорошо, да. С каждым этапом все интереснее и интереснее становится. Да, знаю, уже все знают, и я знаю, и все знают то, что на последней карте там будет здоровый дракон, на котором мы большое, так сказать, акцентрируем внимание, потому что там не с первого раза получится, видимо, пройти. Так, все, тогда сейчас закончим, пока все сварится. Так, нам до сварения еще много времени, так что подождем и потом продолжим дальше. Наконец-то армия, и мы можем с вами продолжать. Так, на очереди у нас бумажная карта. Так, ого, нифига себе. Так, два, три орла. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь инферно на одиночном режиме. Четыре, нет, даже шесть арбалетов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь воздушных оборон. Блин, да, вот это нормально. Мы, наверное, пойдем со стороны, даже не знаю, наверное, с этой стороны, где два орла как бы. Тут больше строений, а орлы, они как раз так. Хотя можно и с этой стороны тоже пойти, но пойдем с этой. Два орла уничтожим сразу. Так, проверим ловушки. Ну, вроде как большого количества нету ловушек. Так что можно начинать. Блин, срём походу сейчас. Блин, еле-еле прошли, обалдеть. Сейчас очень напомнило мне карту, когда на КВ, когда войска идут не так, как надо. И, блин, на самом деле сейчас была бы жопа. Блин, я прям, ну, уже чувствовал, что мы не пройдем. Но все-таки прошли. Так, все, сейчас пока останавливаемся, и все опять установится, и тогда начнем. Последнюю как раз карту пройдем. Так, ну все, сварились у нас все войска, и мы можем с вами продолжить играть на карте гоблинов. Последняя у нас карта в этом ролике, потом останется у нас три. Не знаю, как будем их проходить, но, видимо... Ладно, это потом. Давайте, сейчас у нас земля ловушек. Значит, мы прошли столицу гоблинов из двух зол, арена, бумажная карта. И арена, и бумажная карта оказались эпичными картами. И сейчас у нас земля ловушек. Так, здесь у нас... ух ты, блин. Ну, по сути, здесь ничего такого страшного нету. Один орел,
это как воздушная оборона и 8 инферн, но все как бы, то есть 4 на сингле и 4 на мульти режиме. Я думаю, мы пойдем с вами со стороны вот именно вот, где одиночные инферно. Орлы, что хорошо, то что они когда под рейджем и под, когда много строений рядом, они уничтожают все строения рядом, поэтому, думаю, проблем больших не будет. Сейчас проверим только ловушки. Не зря называется земля ловушек. Вот это, блин, много ловушек, да. Ну все, мы все исчерпали свои шары. Будем надеяться, что нам этого хватит. Так, сейчас надо сразу сначала пустить тогда, наверное, заморозку одну. Вот сюда вот. Блин, сколько там этих? Нет, кажись, мы не пройдем. Кажись, не пройдем мы с вами, блин. Только на 2 звезды. Так, а как тут? Больше-то никак не получится, да? Да, не смогли. Не смогли пройти. Наверное, надо было с другой стороны идти. Чуть-чуть там не хватило. Итого у нас получилось 88%. Да, это не 3 звезды, но, опять же, как я и говорил, не буду пока заострять на этом внимание. Будем дальше проходить, продолжать. И потом, когда уже дойдем до орла, большого вот этого, последней карты, тогда уже, естественно, буду, наверное, перепроходить. Добивать до 3 звезд. Так, все, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Удалось ли вам пройти сразу на 3 звезды, не удалось. И подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.